Здравствуйте! Мы приветствуем вас с борта Международной космической станции. Я Геннадий Падалко, командир экипажа. Здравствуйте! Я Сергей Ревин, бортинженер. Здравствуйте! Я Юрий Маленченко. Мы постараемся рассказать вам о космической жизни, о том, какие эксперименты, какую научную работу мы здесь проводим в интересах всех людей, живущих на Земле. И постараемся показать вам некоторые из этих экспериментов. Так что, ребята, приготовьтесь удивляться, потому что здесь происходят вещи, невозможные на Земле. Но прежде коротко о самой станции. МКС – это большой орбитальный дом, место, где все – и космонавты, и астронавты – живут и работают по полгода. Сегодня МКС – это самый большой искусственный спутник Земли, созданный человечеством. Внутренняя длина станции – 91 метр. Это 3 9-этажных дома, поставленных друг на друга. Ну, представили себе? Кстати, сразу интересная загадка для тех, кто увлекается физикой. Почему наша станция не падает на Землю? Почему мы летаем годами и не боимся сгореть в плотных слоях атмосферы? Вот попробуйте ответить на этот вопрос. Ну, а пока вы думаете над этой нашей первой космической загадкой, давайте вспомним историю, с чего все начиналось. Главное, 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени был совершен успешный запуск. Через 295 секунд после старта спутник и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее, это самая удаленная точка от Земли, 947 километров, и в перигее, самой ближней к Земле точке, 288 километров. На 315-й секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. Так звучали его позывные. Их слышали все радиолюбители планеты Земля. Люди выбегали из домов на улицы, поздравляли друг друга. Это был праздник всего мира. Русское слово «спутник» зазвучало на всех языках. А японские парикмахеры даже придумали прическу. Она тоже называлась «спутник». Последнее слово японской моды – новые прически. «Лайка» и «спутник». На борту космической станции у нас есть спутник, который мы собираемся запустить во время выхода в открытый космос. Такие спутники мы запускаем периодически для решения различных научных задач. Размер этого спутника соизмерим с размерами первого искусственного спутника Земли. Диаметр представляемого спутника 53 сантиметра. Размер первого спутника в диаметре был 58 сантиметров. На первом искусственном спутнике Земли были еще 3 антенны, которые излучали сигнал. Этот сигнал принимался наземными станциями. Вот еще одна задачка. Почему на орбите масса есть, а веса нет? В современной науке вес и масса – это разные понятия. Вес – это сила, с которой тело действует на горизонтальную опору в условиях гравитации. Масса – мера инертности тела. В условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя. И если в состоянии покоя тела показания весов будут нулевыми, то при ударе по весам тел с одинаковыми скоростями воздействие будет разным. Притягиваем, прижимаемся и начинаем взвешивание. Так на орбите космонавты измеряют свой вес. Немного похоже на аттракцион. И вот компьютер показывает уже мой вес. Но вернемся к спутнику. Одна из научных задач, которая будет решаться при запуске этого спутника,
Это уточнение параметров атмосферы, в частности ее плотности, на высотах от 400 до 80 километров. Зачем? Вы знаете, что в космосе очень много мусора, космического мусора. Это отработавшие свой ресурс спутники, это ступени ракет, которые могут падать непрогнозируемо. Поэтому специалистам на Земле нужно знать очень точно параметры атмосферы, чтобы прогнозировать движение частей спутников, ракет, до входа их в плотные слои атмосферы. Лучшей лаборатории для изучения физических законов, чем Международная космическая станция, не найти. С недавних пор на станции появилась летающая тарелка. Ее придумали школьники для того, чтобы узнать, как действуют основные физические законы движения при вращении геометрически симметричного тела в невесомости. Запускается внутренний вентилятор, и мы смотрим на само движение тарелки, насколько оно будет стабильным. Тарелка довольно стабильная, нет вращения вокруг оси. Но есть небольшое движение из-за того, что на станции постоянно присутствует поток воздуха. Тарелка – эллипсис. Внутри два вентилятора. В ребре тарелки – регулируемые сопла. В свободном парении при открытых соплах реактивная сила воздуха направлена строго по радиусу к центру тарелки. Поэтому она буквально парит. Второй режим – это режим парения по закону Бернули. Для этого мы меняем направление периферийных сопел таким образом, чтобы реактивная сила воздуха проходила не через центр тарелки, была направлена не вдоль радиуса, а под некоторым углом. В этом случае появляется движение, тарелка начинает раскручиваться довольно быстро, уже без влияния внешнего потока воздуха на станции. Вы это можете наблюдать. Движение и раскрутка самой тарелки происходит с ускорением под действием реактивной силы воздуха, проходящей через сопла, периферийное сопло. В невесомости можно наглядно продемонстрировать действие закона Бернули, зависимость между давлением и скоростью движения газа. Так, со стороны сопел скорость потока воздуха больше, а давление меньше. А вот со стороны заглушки давление больше, так как там скорость потока меньше. И при перепаде давления между плоскостями тарелки возникает так называемая затягивающая сила, которая и движет тарелку в направлении всасывания воздуха. Эксперименты, проводимые на орбите, меняют взгляд на процессы, которые пытаются моделировать на Земле. Плазменный кристалл. Эксперимент с четвертым состоянием вещества – плазмой. Такого не увидишь на Земле. Оказывается, плазма на самом деле не жидкая. Она имеет кристаллическую решетку. Это стало понятно после экспериментов невесомости и перевернуло представление ученых о том, что такое четвертое состояние вещества. Казалось, что пылинки, вот эти, которые оказываются внутри плазмы, они заряжаются, начинают отталкиваться друг от друга. И когда у них есть ограниченный объем, они занимают то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. Вот эта вот черная бочка. На орбите этот эксперимент похож на земной. Но только в вакуумной камере не искусственный, а настоящий космический вакуум. Для обработки результатов используется мощный компьютер. В этой камере, похожей на черную бочку, создается плазма. В плазменную среду вводятся пылевые частицы микронных размеров. Это вид той вот черной камеры изнутри. Вот они, эти микрочастицы. И сейчас потихоньку начинается уже процесс кристаллизации. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. Специалисты на Земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за процессом кристаллизации, то есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке.
данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали, что мы видим на Землю. Земля ломала голову, говорила, такого быть не может. Потом один из ученых, вот, кстати, как раз института Макса Планка, говорит, получив данные и записи с нашей экспедиции, я, говорит, заперся на несколько недель в своем кабинете для того, чтобы просмотреть, проанализировать и описать то, что он видит. И достаточно много новых данных было получено вот просто с наблюдениями за поведением этих частиц. Наблюдать поведение этих частиц можно только в невесомости. В земных условиях гравитация сдавливает кристаллы, сплющивая их. В таком виде структуру изучать нельзя. А значит, и нельзя понять поведение плазмы. В космосе же кристаллы словно взлетают, образуя объемную трехмерную структуру. Оказывается, завихрения, возникающие в плазме, в точности повторяют строение нашей галактики. Это галактика в миниатюре, и только здесь можно узнать, как она зарождалась. Наша галактика – Млечный Путь. Для генетиков эксперимент с плазменным кристаллом тоже стал открытием. Если на плазму воздействовать криогенно, охлаждать ее, получается точная копия строения ДНК. Еще одно направление – борьба с бактериями, невосприимчивыми к земным лекарствам. Но самое главное, как только ученые на Земле расшифруют все, что происходит с плазмой в космосе, они смогут очищать вредные выбросы теплоэлектростанций, отработанные газы турбин и даже сумеют управлять радиацией. При помощи плазмы можно отводить радиоактивные облака от городов и густонаселенных районов, тем самым спасая людей. А теперь давайте более подробно поговорим о нашей с вами стране, России. Если вы посмотрите на карту, ну, а мы это можем сделать очень просто, выглянув в иллюминатор станции, то мы с вами поймем, что наша страна занимает пространство от Тихого океана до Атлантического, от Владивостока до Калининграда. За одни сутки земного времени мы облетаем нашу планету 16 раз и пролетаем над огромной частью нашей страны. Для того, чтобы ориентироваться на местности, понимать, где ты, необходима карта. Если вы гуляете по земле, удобно будет пользоваться 2-километровой картой, когда в 1 сантиметре помещается 2 километра местности. Если вы летите на самолете, 5-километровая карта. Если на больших высотах, скорее всего, 10-километровая. А что делать в космосе? Одного взгляда достаточно вот сюда посмотреть на компьютер и понять, где же находится станция. Это программа Sigma, которая до метра показывает расположение станции относительно Земли. Эту карту на космической станции используют чаще всего. На ней отображается трасса полета станции, каждый ее виток. И можно увидеть вот такую красную точку, которая движется по Земле со скоростью, равной скорости орбитальной станции. Скорость перемещения станции 28 тысяч километров в час. Достаточно быстро. Ни один самолет так быстро нас из одной точки планеты в другую не доставляет. Однако в компьютерах станции есть и другие карты, которые помогают ориентироваться не только на местности, но и во времени суток. Вот это карта наша, компьютерная модель. Белая линия – это линия экватора. А вот этот объект, который движется – это наша станция, Международная космическая станция. Мы находимся внутри нее.
Вот, и таким образом мы экватор постоянно пересекаем. Дальше вот у нас будет Африка. И в Африке мы пересечем экватор. Темненькая – это ночь. В первую очередь, такие компьютерные модели необходимы космонавтам для мониторинга Земли, наблюдения за важными процессами или ситуациями. Происходит это следующим образом. Мы получаем специальные радиограммы Земли, где указаны объекты и их координаты. Дальше эти координаты объектов заносим в этот компьютер, где у нас есть специальная программа Sigma, которая рассчитывает, в какое время станция будет прилетать над тем или иным объектом. Во время пролета над этими объектами мы берем свои так называемые базуки. Это большие фотоаппараты с очень длинными объективами и снимаем те или иные объекты. Полученные снимки мы отправляем на Землю. Эти снимки и видеозаписи необходимы экологам, синоптикам, пожарным, практически всем. Один из примеров – извержение вулкана Эйяфьятлайокудль. Оно коснулось всего мира. В Европе перестали летать самолеты, остановились автомобили. С Земли можно отследить облака пепла, но понять их точные границы и зону распространения нельзя. Самолеты-разведчики не смогли зайти в опасную зону, их двигатели останавливались. Спутники точную информацию об облаке, поднявшемся почти до границы атмосферы, дать тоже не смогли. Спасла аппаратура, установленная на борту космической станции, и личные наблюдения космонавтов. Именно они определили точные границы облака, и на Земле были разработаны новые транспортные маршруты. Из космоса видно все, что мы делаем со своей планетой. Но если на Земле нам кажется, что до критического состояния годы и десятилетия, то отсюда, с орбиты, приближение катастрофы видно сразу. И причины таких грядущих катастроф тоже видны. Мы очень много вот по океану, когда работаем, видим, как, ну, что происходит, когда люди просто вот бесконтрольно там. Танкер идет где-нибудь в центре там, Индийского океана и промывает свои танки. Ни одного самолета там никого не видно. Конечно, поймать его очень сложно. Вот мы это все видим, там шлейф от этих промывочных вод этих танков, он идет десятки километров. И мало того, его видно не сегодня, его видно и завтра, и послезавтра, его видно через неделю. А танкеров там тысячи ходят. Именно отсюда, с орбиты, удалось выяснить точное направление соляных смерчей, которые зарождались в центре умирающего Аральского моря. Оказывается, они движутся в сторону центральной России. Но самое главное, мы суммируем полученную информацию, видим изменения, которые происходят на Земле, и зачастую отвечаем на вопросы, на которые ученые не могут получить ответы на Земле, даже в результате сложных и дорогостоящих экспериментов. Сейчас траектория движения станции в северном полушарии проходит на теневой стороне орбит. И мы хотим вам продемонстрировать ночную съемку. Вы увидите столицу нашей Родины, город Москву. Вы увидите столицы некоторых европейских государств. Увидите наши областные центры. Добро пожаловать в это увлекательное ночное космическое путешествие.
кстати, новый вопрос с орбиты. Как вы думаете, животным, птицам, рептилиям и другим живым организмам тяжело жить в невесомости? Один из самых неожиданных экспериментов на МКС был проведен в области гравитационной и космической биологии – регенерация. Эксперимент проводился на 40 виноградных улитках и на 20 тритонах. И моллюски, и хвостатые земноводные обладают способностью к регенерации. Перед отправкой в космос их прооперировали. В этот контейнер мы кладем улиток. Вот они, улитки. Улитки предварительно подготовлены, соперированы. У части улиток удален небольшой участок раковины. У другой части глазные яблоки. И у третьей задняя часть ноги. Научная программа, в которой принимали участие улитки и тритоны, была посвящена исследованию влияния невесомости и космической ионизирующей радиации на регенерацию тканей. Все фиксировалось на видеокамеру. А вот и результаты этих экспериментов. Как выяснилось, невесомость стимулирует деление клеток. Глазное яблоко улитки, как и у человека, это камерный глаз. То есть там есть роговица, есть хрустальное тело, есть линза и сетчатка. И через пару месяцев у животного появлялся новый глаз. Через полмесяца по возвращении на Землю ученые сравнили процесс регенерации тканей у космических тритонов и их сородичей из контрольной группы на Земле, которые подверглись аналогичному вмешательству. Выяснилось, что в невесомости глазная сетчатка и хвосты восстанавливаются быстрее. Регенерация, то есть восстановление утраченных частей тела, происходит без участия силы тяжести. Вот такой важный вывод, такой простой объект нам позволил сделать, конечно. Эти же выводы ученых подтверждают и космонавты, которые давно заметили, что на орбите мелкие царапины, ссадины и порезы заживают примерно в два раза быстрее, чем на Земле. Вот в таких условиях делается высокая наука космическая. А еще мы сами – объект космических экспериментов. Мы изучаем возможности собственного организма для будущих космических полетов, в которые предстоит отправиться землянам для изучения других планет. Если задуматься, сам полет в космос – это один большой эксперимент. Человек на орбите в какой-то степени подопытный кролик для тех, кто наблюдает за ним с Земли. Есть такое устойчивое понятие – технологии двойного назначения. Все, что делалось и делается для космоса и проверяется на жителях орбиты, сегодня востребовано на Земле. Например, наблюдая за тем, как организм реагирует на невесомость, врачи разработали метод борьбы с болезнями опорно-двигательного аппарата. И космический костюм Чибис превратился в земного пингвина, дающего людям возможность ходить. Да, прекрасный, клиент готов. У нас идет телеметрия, все нормально, на будке АДР работает ТО-180 спуск. Вот работает ТО-180 спуск, выдаю. Все вопросы, которые возникают у врачей на Земле, проверяются в космосе. Вены нижних конечностей, они у нас невесомости мало работают. Сейчас идет нагрузка, как раз и физиологические показатели на Земле смотрят врачи. Невесомость коварна, она разрушает человеческий организм. Мышцы без нагрузки атрофируются. Из костей вымывается кальций, изменяется нервная система. Приходят врачи, например, говорят: ребят, вот то, что вы отрабатывали там 5-7 лет, вот ваше это паршивое состояние после посадки, вот вам все тяжело, там плохо. Вот мы взяли вот эту вашу методику подготовки к этой посадке, и главное потом реабилитация, то есть ваш процесс восстановления. Мы его начали применять там
в детском центре, например, и вы знаете, наши детки начали, там, если он раньше поднимался через полгода, здесь он через месяц уже бегает. Ну, что это как не результат? Космический пингвин, помогающий встать на ноги больным после инсульта и детям с диагнозом церебральный паралич. Космический башмак, возвращающий чувствительность нервным окончаниям. Один шаг космонавта на орбитальной станции превращается в тысячи шагов на Земле, которые делают люди, даже не мечтавшие после болезни снова встать на ноги. Мы сегодня рассказали и показали вам лишь малую часть того, что мы делаем на Международной космической станции. По сути дела, мы лишь приоткрыли двери наших научных лабораторий. Здесь каждый день происходит открытие, которое заставляет все человечество иначе относиться к тому, что оно уже умеет, и задумываться о том, каким оно будет дальше. Если оба готовы, то запускайте. И снова спутник. Почти такой же, как и тот, который 55 лет назад, 4 октября 1957 года, открыл космос для жителей планеты Земля. Замечательно. Молодцы. О, красиво. И солнышко пошло дрожать.